Новые средства в старой войне. Речь о борьбе с продажей спиртсодержащих жидкостей, проще говоря, фанфориков в аптеках. Депутаты Госсовета Чувашии предлагают внести изменения в законодательство. Подробнее Ольга Пырочкина. Рейды общественного контроля, беседы с владельцами аптек, обличительные публикации в СМИ. Какие только средства не использовали в Чувашии для борьбы с так называемыми фанфуриками. Однако настойки, лосьоны, тоники и другие спиртосодержащие жидкости и ныне там, под прилавками аптек. Дело в том, что никаких законов аптечные сети, где эти жидкости реализуются, не нарушают. А значит, руки у городских и республиканских властей в этой войне связаны. Чтобы развязать их, депутаты Госсовета направили в адрес правительства страны два обращения. В первом они предлагают вести учет спирту, который используется для производства спиртосодержащих жидкостей, так же, как для алкогольной продукции. Более того, облагать этот спирт акцизами. Введение акцизов, это вы правильно сказали, прежде всего это будет подорожание. Но это значит, эти растворы в фанфуриках, эти спиртсодержащие растворы, двойного назначения, они будут менее доступны, они будут дороже. Соответственно, акцизы – это те же самые налоги, которые будут поступать в бюджет государства, и их можно будет направить на, в том числе и на здравоохранение. А второе письмо в адрес председателя Государственной Думы Российской Федерации Вячеслава Викторовича Володина. Это письмо о том, чтобы ускорить принятие уже имеющегося в Государственной Думе законопроекта, чтобы вот эти фанфурики, вот эти растворы, медицинские, лечебные, спиртсодержащие растворы, косметические растворы, хозяйственные спиртсодержащие растворы выпускались во флаконах не более чем 25 миллилитров. Часть аптек, их теперь называют социально ответственными, уже и так перешли на флаконы в 25 миллилитров. В таком объеме, по словам провизора, спросом они пользуются в основном у пожилых людей и используются по медицинскому назначению. Жидкости мы продаем лечебные, настойки боярышника, валерьянки, пустырника, корвалол тот же самый. Это все-таки людям необходимо. И успокаивающие, как действие. Аптеки, которые от прибыльных фанфуриков не отказались, продают асептолин. Самая распространенная тара – 100 миллилитров. Самый вероятный исход при употреблении внутрь – больничная койка. Сам по себе вот этот асептолин, он наносит довольно-таки значительный вред организму. Причем за счет того, что там довольно высокая доза этилового спирта сама по себе. Вот. Плюс еще он оказывает тормозное влияние на нервную систему, на центральную нервную систему. И при хроническом употреблении его развиваются быстрее, чем обычно, допустим, употребляющих алкоголь людей, хронические гепатиты, панкреатиты, различные язвы. То есть имеющиеся хронические заболевания, они имеют более быстрое течение, приводят людей к инвалидизации, а иногда даже и к смертельным исходам. Итак, врачи за нововведение. Аптеки, которые действительно работают на здоровье граждан, тоже. Теперь слово законотворцам. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика.